И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня, друзья, у нас не погода в Бермуде. У нас... О, боже, ты посмотри, как сверкает молния. У нас сегодня шторм, ребятки, ураган. Блин, мне, конечно, нужно где-то, наверное, спрятаться, я не знаю. Потому что мои крылышки сейчас промокнут насквозь. Кусочек мяса? Да, ну, конечно же, куда же... Не полакомиться вкусным кусочком мяса, который, тем более, так на халяву, я бы сказал, валяется на огромном склоне. Блин, молнии пугают моего птернодона. Я очень переживаю, я очень боюсь. Слушай, мне, конечно же, нужно, наверное, куда-то скрыться, потому что у меня сейчас будет падать мое и так... уже растревоженное этими молниями, этими раскатами грома, мое самочувствие, что, наверное, мой птер потеряет просто сейчас, блин, не знаю, сознание. Да, ну здесь не идеальный вариант прятаться вообще. Так, друзья, отлично, я нашел уже кое-что. Смотри, такая скала, такое ущелье, я не знаю, похоже на баранку. И, пожалуй, здесь, наверное, можно сейчас будет переждать эту непогоду. Только неизвестно, конечно, сколько это будет идти. Во, отлично. Я думаю, здесь комфорт не будет теряться мой. Кстати, да, мой птер уже начал терять жизнь. И это очень плохо. Вот, отлично. Можно и присесть, помечтать. А ветер, по-моему, только еще усиливается. Ох, ребятки, здесь шторм, блин, разыгрался не на шутку. Ты посмотри, какие раскаты грома. Они просто потрясающие. Я, конечно, человек, который любит всю эту непогоду, блин, но мне сейчас реально страшно. Кстати говоря, здесь прямо неподалеку ударила молния сейчас. Я реально чуть не свалился со своего компьютерного кресла. Ты посмотри только. Ты посмотри, какие обалденные раскаты молний. Ой-ой-ой-ой, нет. Пожалуй, я вернусь обратно. Ай, моя косточка. Кажется, я сломал опять лапку. Или, может, кончик крылышка, я не знаю. Нет, лучше, наверное, отсидеться здесь и никуда не уходить. Ну его нафиг. Я не хочу никуда. Слушай, ну меня реально пугает уже эта погода. Так, друзья, обратите внимание на задний фон. К нам идет, по-моему, если я не ошибаюсь, паразавр. Да, по-моему, это был паразаврик, но я надеюсь, что это не хищник. Давайте в угол аккуратно подойдем и посмотрим. Выждем момент. Если что, я отсюда быстро ливну. Нет, это все-таки это паразавр. Слушай, ну я думаю, он не должен меня сейчас атаковать. Да и зачем? Мы сейчас в одной лодке, в одной тонущей лодке. Нам лучше сейчас переждать погоду под этой скалой и, наверное, лучше не бодаться. Но, по-моему, он настроен невраждебно. Ага, ой, тихо, стой. Ох. Мне кажется, или я начинаю терять жизнь из-за того, что мой птер чувствует себя некомфортно с другим динозавром. Возможно, да. Ну, я надеюсь, он не агрессивно настроен. Кстати, я ему написал в чате, слушай, давай вместе бояться. Для тех, кто смотрел такой старый мультик про котенка и щенка, когда они сидели в доме, была гроза, и котенок по имени Гав, по-моему, который предложил щенку, слушай, а давай бояться вместе? Он подошел к нему, а что ты тут делаешь? Я боюсь. А котенок ему, а давай бояться вместе? Вот то же самое я предложил своему другу. Слушай, и меня немножко стало...
уже, кстати говоря, напрягать мой новый сосед в пещере или камень, как это назвать. Да, он, по-моему, настроен агрессивно. Он тут потопал ножками. И я думаю, мне, наверное, лучше поискать новое убежище. Чем-то я ему не угодил. Не знаю. Может быть, не понравились мои сырые крылышки. О, кстати, то место, откуда я начинал свой полет. Кусочек мяса. Ну, конечно же, чтобы перелететь на дальнее расстояние, нужно что? Правильно, нужно подкрепиться. Не стух он тут? Нет, вроде бы в порядке. Давай немножко поедим. Да, конечно, жизни я потерял так предостаточно, я тебе скажу. И всего лишь это находясь рядом с паразавром. От страха мой птер стал терять жизнь. Вот реально, что мне не хватает в The Isle, это, конечно же, птеру и, блин, непогода. Как раз сегодня выдалась непогода. Так, друзья, я все-таки перелетел чуть-чуть подальше, я немного восстановил здоровье. И я нашел еще одну вот такую скалу. Опять моя ножка. Опять моя лапка, опять перелом. Кристаллики. Вот я вот не понимаю, зачем нужны здесь вот эти кристаллы. Это, наверное, для прокачки персонажа. Или что? Ты брось. Брось. Брось, не подбирай. Не надо. И, по-моему, у нас уже становится ясно. Да, дождь успокоился, это хорошо. О, привет. Привет, еще одна красивая птерка. Посмотри, какая она красивая, боже. Он, походу, прилетел поклевать сюда тоже эти же кристаллики. Ну, а теперь, друзья, давайте посмотрим на то, что произошло после такого шторма, который я пережил. Боже, ты посмотри. Затопленные острова, их просто затопило. Да, не повезло тем динозаврам, которые оказались во время шторма на каком-нибудь из маленьких островов, и какое-нибудь морское чудовище подобралось к ним. Слушай, ну мне сегодня везет на паразавров. Или нет, это не паразавр. Это, по-моему, какой-то хищник стоит. Он ждал, переждал шторм здесь? Нет, я, конечно, все понимаю, но мне нужно спуститься попить. О, хорошо. Слушай, посмотри, как он черпает клювом воду. Боже, это выглядит смешно. А, я заметил, вот та розовая птера, она, по-моему, преследует меня, она летит за мной постоянно, преследует меня по пятам. Не знаю, может, она хочет подружиться. Да, ну затопило, конечно, здесь все конкретно. Слушай, а почему бы нам не устроить рыбалку? Тихо-тихо, ну не так же, ну. Подожди. Да, почему бы нам не заняться ловлей рыбы? Слушай, я делаю это первый раз. По-моему, да, это удачно, причем. Наводимся на цель. Ну, давай, давай. Твои будущие потомки тебе будут благодарны, поверь мне. Пеликаны, чайки. И тому подобные. Ну что-то он не как-то, знаешь, он, по-моему, не очень сытится рыбой. Голод не очень заполняется, по-моему. От куска мяса, который лежит где-нибудь на острове, не знаю, на суше, мне кажется, он быстрее наестся с куска мяса. Ну что ж, неплохой улов. Три рыбы. Слушай, я обязательно еще
Устрою рыбалку, мне понравилось. Тихо, 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 тихо. Камни. У тебя и так сегодня два перелома. Кстати, кусочек мяса. Давайте подкрепимся, почему нет? Халявный кусок мяса. Отлично, я полностью насытился. Я думаю, наверное, нужно перелетать, искать где-нибудь себе ночлег. Замечательно. И смотри, нам сегодня везет на паразавров. Здесь затаился в скалах и спрятался паразавр, который храпит. Блин, его слышно за километр. А то и больше. Давай рассмотрим его. Давай составим ему компанию на ночлег. Почему нет? Блин, это дерево повалено, оно мне мешало. Посмотри, как он мило спит. Давай тоже расслабимся. Оу. А кому-то не нравится, что здесь отдыхает паразавр, да? Кто-то пытается его заклевать? Я так понимаю, он на него, наверное, охотится или что? Ну, я думаю, что да. Посмотри, какой великолепный танец исполняет вот этот птер. Боже, что он творит? Ну, я думаю, тут два варианта событий. Либо птер получит по заслугам, либо паразавр просто уйдет, наверное, отсюда. Я не знаю, против птеру, против паразавра у птера нет шансов. Что он пытается этим доказать? Боже, это нереально. Ладно, друзья, всем спасибо, кто смотрел. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.